Вот он автомобиль. Надо на нем снять крышу, сделать будет от градика. Вот так машинка у нас выглядит внутри. Вот такой потолочек большой. Сейчас мы его попытаемся снять. Я так подозреваю, что если удастся, мало того, что его снять, и через вот эту пятую дверь его вообще наружу удалить. Вот. Но это хотелось бы. А там как оно будет, неизвестно. Приступаем к разборке, потом я все по полочкам разложу, расскажу, что где как снимается, что где как разбирается, где какие клипсы, где какие, как говорится, препоны, какие-то нюансы. Вот так мы дошли до такого состояния. Значит, что? Вот в углах у нас вот такие вот штуки. Раз, два, три. Вот внизу. Естественно, пришлось вот снимать вот эти нижние части. Потом снимается эта часть. Ну, в принципе, здесь все просто. Вот они, уступы, которые выходят. Вон он, клык направляющий. То есть, она вот так ставится вверх. И защелкиваются вот эти низа. И вот здесь. Поехали дальше. Значит, здесь тоже все просто. Сюда. Здесь вот он. Шурупчик у нас. Сейчас попытаюсь снять. Ну вот. Здесь тоже саморезы, все вот это впереди, легко и просто на саморезах ручки, вот то же самое, саморезы, но они вот эти саморезы на стойках пытаются упасть вниз. Вот, собственно, наверное, и все пока. Вот до такого состояния дошли, но тут понятно. Вот здесь такие ручки, сейчас покажу, как они снимаются, ставятся. Тоже все достаточно просто. Вот таким образом он ставится, вот так раз, и защелкивается вниз. Еще раз показываю. Вот так вверх ставим и вниз защелкиваем. Ну вот, собственно, пока все. В принципе, довольно просто, конечно. Вот эти зажимчики, они такие упертые, но ничего страшного. При достаточно аккуратных действиях все это остается целым. Тут сыкуны отсоединить надо. Вот такая вот тоже сережечка пластинчатая. И вот такие вот с такими рожками они, эти клипсы две, тоже в потолок вот сюда держат, чтобы они просто не терялись. Вот такие рожки у нее. Ну и дальше что? Смотрим. Смотрим дальше впереди, что у нас тут есть. Здесь тоже пару электроразъемов, вот они идут. Это почему? Потому что козыречки противосолнечные у нас с освещением. Ну, остальное уже крыша проглядывается. Да, не обходится без сюрпризов. Вот мы видим, трубочка идет, и она выходит туда, в салон. Он ныряет у нас вот здесь, вот видно. И аж выныривает вот там. Бог знает где. Сейчас покажу. И вот она, аж куда идет. Вот он, соединитель, ныряет туда. Там бог знает где, и аж вот там выходит. В общем, принимается решение такое, что где-то вот здесь вот резанем. Вот в этом месте. Ножницы уже приготовили, потому что это вынимать, вставлять, тут пол машины надо будет разобрать. Вот. Так что без сюрпризов не обошлось. Там вот как в Hyundai Accent под бардачком стоит салонный фильтр. И там в дебрях нащупали тройничок от этого провода. От водопровода. И вот сейчас как раз вот вынули. Слава тебе Богу, Господи. Резать, конечно, хорошо, но ну его в баню. Вот. Так что вышли из положения. Там как раз вот это салонный фильтр кондиционера. И там был найден разъемчик.
Так что ничего резать не будем. Ножницы отменяются. Штрих. Вот здесь вот на стоечке. Вот он у нас электроразъемчик. Вот они, папы, мамы. Вот такой вот тоже на двух клипсочках. Электроразъем на всю электронику. Тут несколько плафонов фонарей. Все, можно вынимать. Пошел до красоты. Вот на крыше. Тут она, слава богу, стоит очень даже хорошо, без геморроя. Сейчас покажу. Вот она, допустим, окончание. Здесь у нас крепление. И вот такие вот болтушочки сверху вниз приклеиваются. Приклеивается, господи, что я говорю. Прикручивается и все. Так что я надеюсь, проблем не будет. Вот так вот эти защелочки тут снимаются. Это вставляется вот так и вот так защелкивается. Вот такая вот красивая красота. И здесь вот они, шестигранички, или сколько они тут, восьмигранички. И вся вот эта вот красота должна сниматься.